Привет всем! Вы на канале у Татьяны, дорогие зрители, подписчики моего канала. В сегодняшнем видео предлагаю вашему вниманию свой личный вариант заморозки зелени. Быстро, легко, удобно в использовании. Если я вас заинтриговала и заинтересовала, сделайте себе чай или кофе, усаживайтесь поудобнее и поехали! Чтобы заморозить зелень, по моему рецепту понадобится сама зелень. У меня зелень укропа и зелень петрушки, а также вода кипяченая и формочки для льда и формочки для яиц. Беру укроп, заранее вымытый. Можно вместе укроп и петрушку замораживать, можно просто отдельно укроп и отдельно петрушку, и нарезаю мелко. Точно так же нарежу петрушку, отрежу толстые части. Они нам не понадобятся. Заранее вымыла петрушку и теперь буду рубить ее достаточно мелко. Такой вариант заморозки прост и очень удобен. Нужно себе взял кубик льда вместе с зеленью и бросил в суп или в картофель или любые другие блюда. Очень удобно и очень просто. Формочки я уже подготовила, у меня формочки для яиц и для льда. Беру, сделаю микс, немножечко укропа мелко нарубленного и немножко петрушки. И вот таким образом наполняю ячейки. Немножко укропа, немножко петрушки. Беру кипяченую охлажденную воду и заливаю формочки до верха. Осталось только заморозить формочки, и у нас получается отличная заготовка на зиму. Все витамины, которые находятся в этой зелени, сохраняются, и мы их получаем в полной мере зимой, когда в особенности их не хватает. Вот в таком виде формочки, наполненные зеленью, отправляю в морозилку на полчаса, максимум на час, для заморозки. Потом уже замороженные кубики отправлю в зип-пакет застежкой. И в конце вот у нас что получается. Вот такие красавчики. Посмотрите, какие красивые кубики, наполненные зеленью. Ароматные и очень вкусные. А самое главное, полезные. Используйте этот метод. Он вам наверняка понравится. В сегодняшнем видео, мои дорогие, я вам предложила свой вариант заморозки зелени. Если он вам понравился, ставьте лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии. И до новых видео, и до новых встреч. Пока-пока. Увидимся.